study of what that which I often refer to as the forgotten years of biblical history. Мы сейчас с вами переходим к изучению того периода, который я очень часто называю забытым периодом в истории. Because these are the years that are not recorded in the scriptures. Потому что об этих годах ничего не записано в Писании. So as we begin this section, what I'd like to do is have us look at two passages of scripture. Прежде всего, мне хочется, чтобы мы открыли с вами два места из Писания. So I'd like to ask someone to look up Nehemiah chapter 2, verses 1 through 3. Пожалуйста, кто-нибудь откройте Неемию, 2 глава с 1 по 3 стихи. Кто будет читать Неемию, 2 глава с 1 по 3 стихи, пожалуйста, руку поднимите. And the second passage would be Luke 2, 1 through 3. Второе место — это Евангелие от Луки, 2 глава с 1 по 3 стихи. Кто прочитает, пожалуйста, руку поднимите. Как найдете, потом прочитайте. В месяце Нисане, 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не было печали перед ним. Но царь сказал мне: «А чего лицо у тебя печальное? Ты не болен? Этого нет, а верно печальное сердце». Я сильно испугался и сказал царю: «Да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом, гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем». Okay, and who can read Luke? А кто прочитает Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 3 стихи, пожалуйста, кто-нибудь? «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая по времени приведения в Сирии. И пошли все записаться каждый свой город». Now the Nehemiah passage takes us to the latest period in the history of the Old Testament. То, что мы с вами прочитали в книге Неемии, относится к самому последнему периоду в истории Ветхого Завета. Nehemiah lived about 445-443 BC. Неемия жил где-то вот в тот период, где-то 445-443 год до нашей эры. And we can hear from the reading that Nehemiah was serving as the cupbearer to the king Artaxerxes, the Persian king. А если вы внимательно слушали, то обратили внимание на то, что Неемия служил виночерпием у царя Артаксеркса. And then the passage from Luke chapter 2. А в Евангелии от Луки во второй главе represents the earliest period of the New Testament. А мы читаем о самом раннем периоде в истории Нового Завета. Right at the time of the birth of Christ. То есть это время рождения Иисуса Христа. Only now we're not looking at Persian emperors. Но теперь мы уже не говорим о персидском царе, о персидской империи. We're looking at Roman emperors. А речь уже идет о Римской империи. And the specific emperor mentioned is Caesar Augustus. И здесь даже конкретно говорится о том, какой император правил в то время, кесарь Август. Who was the second of the Caesars? Кесарь Август, как вы помните, был вторым императором. And it is generally believed that the census that was taken by Caesar Augustus was somewhere around 4-6. И чаще всего предполагают, что вот эта перепись, которая произошла по указу кесаря Августа, проводилась где-то в 4-6 году уже. So from the closing of the Old Testament period in 443 BC. И таким образом, после вот с конца Ветхого Завета и до начала Нового Завета, до этого переписи, to the beginning of the New Testament in 6 or 4 BC, до начала Нового Завета, это 4-6 год до нашей эры, we have this period of 400 years known today as the intertestamental period. Проходит время в 400 лет. И вот эти 400 лет мы как раз и называем межзаветным периодом. Now the intertestamental period can be conveniently divided into four general eras. Межзаветный период можно очень удобно разделить на 4 большие эпохи. Oh, here we go again. 4 eras. Итак, еще раз повторяю, 4 эпохи межзаветного периода. Обратите на это внимание. Did the light go on in your mind? Лампочка зажглась, да? Are you ready? Here are the 4 eras. Итак, какие же были 4 эпохи? The first is known as the later
Persian era. Первая эпоха, позднеперсидская. And that covered in general the years 443 to 331 BC. Now the second period was called the Greek era. Вторая эпоха называлась греческой. From 331 to 166 BC. Now we can subdivide the Greek era into three sub-periods. А греческая эпоха также подразделялась еще на три периода. The first we would call the era of Alexander the Great. Первый период – это период правления Александра Великого. Это к греческой эпохе относится. Период правления Александра Великого. From 335 to 323 BC. The second era would be called the era of the Ptolemies. А второй период в греческой эпохе – это период правления Птолемеев. And that covered from 323 to 198 BC. Now the third sub-period is called the era of the Seleucids. Период правления Селевкидов. 198 to 166 BC. Период правления Селевкидов с 198 to 166. And those three sub periods are all part of what we would call the Greek era. Все эти три периода являются частью греческой эпохи. And then there is the third general era of the intertestamental period. Далее третья эпоха межзаветного периода. Called the Hasmonean era. Называется Хасмонейская. Хасмонейская эпоха. And that's from 166 166 года to 63 BC. По 63. 166 по 63 год до нашей эры. And then finally, there's the Roman era. И последняя, четвертая эпоха, римская. From 63 BC. 63 года начинается. And then just through the entire New Testament era and beyond. И продолжается весь Новый Завет и далее. So those are the four general eras of the intertestamental period. Вот эти четыре основные эпохи межзаветного периода, которые необходимо знать. But let's look at the later Persian era. Итак, мы сначала рассмотрим позднеперсидскую эпоху. Now the greatness of the Persian Empire was during the last years of Old Testament history. Вот последние несколько лет Ветхого Завета как раз пришлись на рассвет Персидской империи. Now I do not know what the emphasis is on the history classes you take in your schools. Я, конечно же, не знаю, чему уделяют больше внимания, когда вы проходите историю в школе. But in my country, when we study the great empires of the past. Но в нашей стране, когда мы проходим историю, мы говорим о древних империях, о великих империях прошлого. We study a lot about the Roman Empire. Мы очень много изучаем Римскую империю. But we do not study much about the Persian Empire. Но вот Персидскую империю мы, в общем-то, не так подробно изучаем. But the Persian Empire is one of the greatest empires of all time. Но в то же время Персидская империя была одной из величайших империй во всей истории. And what I have on the map here is what made up the Greek Empire. А здесь вот то, что у меня на карте, это из чего получилась Греческая империя. And the Greek Empire went all the way from what is today modern day Greece over to the almost to this to the Indus River, in which is the borders of India. А вот греки распространились в определенное время от Греции и дошли фактически до Индии, до реки. Now the Persian Empire. А вот Персидская империя covered the same span of territory. Фактически занимала такую же территорию, да. So in its
Size, it was as large as the Greek Empire. Другими словами, Персидская империя занимала такую же территорию, какую потом заняла Греческая империя. But it lasted longer than the Greek Empire. Но продолжительность Персидской империи была намного дольше, чем греческая. It came into existence through the conquest of Cyrus the Great. Starting in about 539 BC. Где-то в 539 году до нашей эры в результате великой победы Кира Великого была основана Персидская империя. And then was finally destroyed by the Greeks in 331 BC, about 200 years later. Destroyed in 331 BC. И в 331 году была уничтожена Персидская империя, когда напали на них греки. So the Persian Empire covered all the way from Egypt to India for 200 years. На протяжении 200 лет Персидская империя занимала вот эту территорию от Египта до Индии. Alexander the Great was able to conquer the same region for his empire. А Александр Великий завоевал как раз всю территорию, которая раньше принадлежала Персидской империи. But Alexander's conquest only lasted about 12 years. Но завоевания Александра продолжались только 12 лет. Он мог царствовать. When Alexander died, his empire was divided into four sections. А когда Александр Македонский умер, то тогда вся вот эта империя была разделена на четыре части. So there are many ways in which you could say that the Persian Empire was even greater than the Greek Empire. Поэтому was. Мы можем с вами сказать, что все-таки Персидская империя была более могущественной, чем Греческая империя. Perhaps the only empire in the Mediterranean world that was larger than the Persian Empire was the Roman Empire. Единственная, наверное, империя, которая по территории была больше, чем Персидская империя, вот именно в этой части света, это Римская империя. But the last nearly 100 years of Old Testament history. Но вот последние 100 лет ветхозаветной истории took place during the time of the Persian Empire. Как раз приходились на рассвет Персидской империи. The Persians were great friends to the Jews. Персы очень хорошо относились к евреям. It was Cyrus who allowed for the return of the Jews to their homeland. Царь Кир даже разрешил евреям вернуться на родину. You read about it in the Old Testament, the Edict of Cyrus. А мы об этом с вами читаем в Ветхом Завете, где говорится об указе Кира. What we read from Nehemiah today was a passage that was about 60-70 years after the Edict of Cyrus. А вот то, что мы с вами прочитали сегодня в книге Неемии, это уже происходило где-то 60-70 лет после того, как был издан указ Кира. And so the Jews had a good relationship with the Persians. Поэтому в Персидской империи были установлены хорошие отношения с иудеями. But during the last 100 years of the Persian Empire. Но в то же время вот последний век, последние 100 лет в истории Персидской империи. After the return to Israel with a small remnant with Nehemiah. После того, как Неемия с небольшим остатком людей вернулся в Израиль. The remainder of the Persian rule was relatively uneventful. Каких-то таких вот замечательных событий, в общем-то, в Персидской империи не происходило. In some cases the emperors were or the yeah the Persian emperors were good to the Jews, in some cases not. В некоторых случаях другие цари Персидской империи хорошо относились к евреям, в некоторых случаях не очень хорошо к ним относились. But during most of the Persian during most of the Persian era, the Israelites, though in captivity and submission. И в то же время, несмотря на то, что израильтяне фактически находились в пленении, когда они были в Персидской империи,
enjoyed a long period of relative peace and prosperity. Но в это время они жили, это было мирное время, они могли наслаждаться миром и тоже процветать, они богатели. You know, when we think of the return of the Jews to Israel after the edict of Cyrus. Когда мы задумываемся о том, что евреи начали возвращаться на родину после того, как был издан указ Кира. Sometimes we think the whole Jewish nation in captivity eagerly иногда мы представляем себе, что как только был издан указ, с большой радостью, с великой радостью все евреи бросились возвращаться домой, на родину. The fact is, a very, very small remnant went back. На самом деле, лишь небольшой остаток отправился туда. About 50,000 went during the first opportunity to return after the edict of Cyrus. 50 тысяч людей вернулись после того, как был впервые издан указ Кира о возвращении. When Nehemiah went to rebuild the walls of the city of Jerusalem, he took a small group of about 8,000. А когда Неемия возвращался для того, чтобы восстановить стены Иерусалима, он с собой взял около 8,000 человек. And then later, when Ezra went, even a smaller group. А когда уже было третье возвращение уже с Езрой, то тогда еще меньше людей вернулось. And so we need to understand that by far the majority of the Jewish people stayed in Persia and in Babylon. Осознавать, что большая часть еврейского населения все-таки обосновалась в Персидской империи или Вавилоне, они не хотели возвращаться. They had settled there. They'd lived there for two generations during the 70 years of captivity. Некоторые из них уже жили там два поколения. Пленение продолжалось 70 лет. Они обосновались, обустроились. And Persia was home to them. И для них уже родиной стала Персидская империя. There are still a large number of Persian Jews. Даже в Персии сейчас очень много именно таких евреев, выходцев из Персии. But during the last 70 years of the Persian Empire, it began to fall apart. Но вот последние 70 лет истории Ветхого Завета Персидская империя стала разваливаться. There were plottings, there were murders. Были различные заговоры, были убийства. And trouble, I didn't quite get this in focus. As trouble brewed in the Persian Empire, the Persian emperors found it very difficult to maintain control of the peoples at the edges of the empire. В Персидской империи были различные проблемы, беспорядки, восстания. И императорам было очень трудно контролировать то, что происходило на окраинах империи. And many of the emperors would have to be involved in battles to try to keep these regions under control. И многим императорам приходилось самим участвовать в сражениях, чтобы вот эти вот дальние провинции контролировать. Historians will tell you that one of the reasons that Cyrus allowed the Jews to return to Judea was because he needed an ally in that part of the world. Некоторые историки пишут о том, что одна из причин, по которой Кир Великий позволил евреям вернуться назад в Иерусалим, восстанавливать город, заключалась в том, что им необходим был сильный союзник во время различных сражений на этой территории. He wanted the Jews to help him maintain control of Egypt. That was trying to break away from Persian control. С помощью евреев Кир Великий хотел контролировать Египет, который пытался вырваться из-под контроля Персидской империи. It was a little bit later that the grandson of Cyrus, whose name was Xerxes. Чуть позднее внук царя Кира, которого звали Артаксеркс. Who we also know of in the Old Testament as Ахашуэрос. В Ветхом Завете о нем говорится как о царе, замужем за которым была Эсфирь. It was, if you read the book of Esther, если вы прочитаете книгу Эсфирь, you read about Ахашуэрос or Xerxes, то вы прочитаете там о царе Артаксерксе. And Xerxes sent his navies and his armies to try to keep control of the region we call Greece. И вот именно он, муж Эсфири, отправился еще до того, как стал ее мужем, отправил морской флот Греции для того, чтобы захватить город. And in some of the great battles of history, Xerxes was defeated by the Greeks. Там произошли очень великие сражения, и в то же время Артаксеркс потерпел поражение.
It was because of that defeat that when he went back home, totally dejected. Именно после вот этого поражения, когда у него уже опустились руки и в полном унынии и отчаянии он вернулся домой. And in his state of discouragement, когда он был так сильно разочарован, his advisor said, "Why don't you have a beauty contest to find out who you can have for your wife?" Его советники сказали, давай проведем конкурс красоты, и ты найдешь себе новую жену. And the winner of that beauty contest was the young lady named Esther. И вы знаете историю о том, что вот Эсфирь выиграла, да, этот конкурс красоты и стала его женой. So we're talking biblical history here. We're talking about these later Persians. Видите, каким образом, с одной стороны, мы говорим об истории, а с другой стороны, это все согласовано с библейской историей. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Finally, in the 330s BC. 330s BC. И где-то вот 330-е годы до Рождества Христова. The last of the Persian kings ruled. Царствовали уже последние цари Персидской империи. His name was Darius the Third. Вот последним царем был Дарий III. And Darius the Third was a capable ruler. Дарий III был способным правителем. But he faced the impossible task. Но перед ним стояла невыполнимая задача. Of trying to unite the divided empire. Ему необходимо было объединить развалившуюся империю. While at the same time trying to hold off the attacks of a brilliant young Macedonian general. И в то же время ему необходимо было отражать нападения молодого полководца, просто выдающегося полководца, который в то время нападал на них. This general's name was Alexander the Third. Этого генерала звали Alexander the Third. Number three. Александр III. We know him, of course, as Alexander the Great. Мы знаем его больше как Александр Великий. And the fatal blow came to Persia. Really, in the year 333 BC. И вот где-то в 333 году до Рождества Христова сокрушительный удар был нанесен по Персии. At the battle at a place called Issus, which is это битва при Иссе. Right here at the corner, the top of northeast corner of the Mediterranean Sea. Вот здесь вот видите такой вот уголок Средиземного моря, да, на севере. Здесь вот произошла битва при Иссе. This is a battle that proved to be one of the turning points of history. Запомните эту битву, потому что она была историческим поворотным моментом в истории. Ancient historians Diodorus and Plutarch tell us about this battle. Об этой битве пишут такие историки, как Диодор и Плутарх. And it was a battle in which Alexander led the Greek armies with about 30,000 troops. That wasn't Alexander's army. Yeah, it was Alexander's. Армия Александра Великого насчитывала 30,000 человек. While the Persians had nearly 200,000 troops. 200,000. В то время как армия персов насчитывала 200,000 человек. Yet in his brilliant maneuvers as a general. Но дело в том, что Александр был очень выдающимся стратегом. Alexander was able to defeat the Persian army. И он смог одержать победу над персидской армией. And when the hostilities ended, когда вот уже военные действия прекратились, losses included 110,000 Persians slaughtered. И были подсчитаны потери, то оказалось, что потери Персии составили 110,000. While the Greeks lost only 450 men. А греки потеряли 450 человек. And the Persians fought on after the Battle of Issus.
И персы продолжали, конечно, сражаться и после поражения при Иссе. But they were literally bleeding to death. Но можно сказать образно, что они просто истекали кровью. For all practical purposes, they were defeated. Потому что с практической точки зрения можно было уже говорить о падении Персидской империи. Many battles lay ahead. Конечно же, впереди их ожидали еще сражения. But at Issus, Alexander not only captured Darius's wife and family. Но дело в том, что во время битвы при Иссе Александр смог захватить еще и жену Дария, а также его семью. But he essentially captured the Persian Empire. Таким образом, можно уже было говорить о том, что Персидская империя была в его руках. The final blow came at a battle called Gaugamela. Not on this map, but it's Gaugamela is in the modern day country of Iraq. Сражения продолжались за захват Персидской империи, и одно из таких вот выдающихся сражений было на карте нет этого места, но он показал на территории современного Ирака Гаугамела. And in the heat of the battle, Darius fled for his life. И когда уже сражение было в самом разгаре, Дарий не стерпел и решил бежать с поля битвы. And because he did that, he lost the confidence of his soldiers. Конечно же, когда его воины увидели такое, они тоже потеряли уверенность. And eventually he was murdered by his own soldiers. В конце концов, солдаты решили его убить за такой поступок. And the Persian Empire ceased to exist. Вот таким вот образом пришел конец Персидской империи. And thus marked the beginning of the era of Alexander the Great. Она перестала существовать, но с этого момента начинается эпоха правления Александра Македонского.